Ну-ка, как называется? А, Лейкин, Бармалейкин, Бармалейкин. Бармалейкин. А я не смотрела вообще. Ну, ты что? Да, там всякие физические законы. А, да, говорит, там... всякое физическое тело может быть и в жидком, а также в газообразном, и полетело. Сообщающиеся сосуды, он ждет ее. Да, ну, это старый мультик, я смотрела. Я ни разу не видела вообще. Вот там, судя по мультику, девочка метаморф. Явно обладающая. Да, какими-то способностями. Нет, она такая девочка. Она отличница. Мне что понравилось? Бармалейкин. Она очень добрая и все время не обижалась, и ему помочь хотела. Да. И мне понравилось еще отношение учителя. Давай отойди, отойди, отойди. Мама, отходи. Обычно, как это, учитель со мной. Мы идем в лесок. Лейкин. Опять двойка. Бармалейкин. Да, да. Она. Это большой конный, ну да, а тут раньше конный. У нее фамилия Знайкина была, да? Ну, наверное, да. Она, он ее дразнил, вы знаете, наверное? Да, 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 да. Как ни странно, вот у меня парень вдруг вытащил. Вдруг, так сказать, вспомнил из все. Дальних, вспомнил а все. А вот представь себе, я говорю, вопрос задавали одному товарищу. Там, на чем записывалось знание старости и молодость? На чем? Нет. На чем? Ну, вот такой мозг. Вопрос. На мозге, на мозге. Нет, смысле, на чем? Как человек запоминает? Ну, смысл такой, как человек запоминает? В старости и в молодости. Так вот, в старости записывается знание на песке. То есть песок. А, размывает. А в молодости на камне. Поэтому то ты их помнишь? Конечно, до сих пор я письмо Татьяны там и всякое. Вот и Онегина. Да. Все, что я говорю, в камне отливается. Кто-то сковырнулся там вверх. Да, это неправильно. Я памятник. Камни надо только высечь, а отлить отливают в металле. А если на камень можно только отлить. Видишь, как он отлить на камень. Серега, а тут пришло Серега и все. Собачки. Да, вырубить, высечь, но никак не отлить камни. Нет, отлить камни это. А просто выражение. Смотри, видишь, вы что? О, сейчас мы это поснимаем.